Клебанова Анастасия, ученица 11 А класса, МОУСОШ номер 14 города Апатиты, на конкурс «Бородино глазами юного поколения». Лев Николаевич Толстой, «Война и мир». Солдат сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили себе и дали ему звание. Наш барин прозвали его и ласково смеялись между собой. Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он, обчищая сбрызнутую ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя. «И как это вы не боитесь, барин, право!» С улыбкой обратился краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы. «А ты разве боишься?» – спросил Пьер. «А то как же!» – отвечал солдат. «Ведь она не помилует, она как шмякнет, так кишки вон! Нельзя не бояться!» – сказал он, смеясь. Несколько солдат с веселыми и ласковыми лицами остановились подле Пьера. Они как будто не ожидали, чтобы он говорил, как все, и это открытие весьма обрадовало их. «Наше дело солдатское, а вот барин, так удивительно, вот так барин, по местам!» – крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг Пьера солдат. Офицер этот, видимо, исполнял свою должность в первый или во второй раз, и поэтому с особенной отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами, и с начальниками. Перекатная пальба пушек и ружей усилилась по всему полю, в особенности влево, там, где находились флеши Багратиона. Но из-за дыма выстрелов, там, где находился Пьер, нельзя было почти ничего видеть. Притом наблюдение как бы отдельным семейным кругом людей поглощало все внимание Пьера. Первое его бессознательно радостное возбуждение произведенными видами и звуками сражения переменилось после вида этого одиноко лежащего солдата на лугу поля. Теперь, сидя на откосе канавы, он наблюдал за окружавшими его лицами.